Конечно, мы с Егором еще те путешественники, просто проспали, но на самом деле нам очень хотелось спать, потому что после бессонной ночи. И первым делом, что мы сделали, взяли такси и поехали в Ватарун. Вот сзади сейчас я вам покажу эту красоту, которую вы видите вот там, вон вдалеке, видите? И мы вам покажем сейчас поближе, когда подойдем. И все перед входом в храм оставляют обувь, проходит и уже находится в храме. Искусная работа. Да, очень красиво. Это как в 18 веке так сделали. Егора не оставили безразличными вот эти виды. Это вообще невероятно. Здесь полно рыбы. Смотрите, сколько рыбы. И крупная достаточно. Девушка кормит рыбу. Кишмя кишит.